всем подарки, а мне ничего. Теперь Рождество никому не достанется. Завтра Рождество. Интересно, что мне подготовил Санта? Хочу какой-то необычный Бейблейд. Алло, да. По-моему, мама заказывает подарки. Интересно, кому? Три куколки Лол, плед, да, пусть будет розовый, и набор инструментов. Отлично! Надеюсь, Санта не опоздает к Рождеству. До свидания! Никаких подарков. Надеюсь, вам они подойдут для сладостей. Надо хотя бы возле большой елки повыбирать, чтоб сюда Санта принес подарки. Чистоты. Ха-ха-ха. Осталось только Деда Мороза со Снегуркой украсть. Для своих крестниц, а плед для Машиной крестной, ну а инструменты для твоего же крестного. Мог бы сам у себя Бейблейды украсть, Санта же завтра тебе подарок принесет. Ну а теперь иди умываться и ложись спать, завтра будут твои подарки. Ладно, я больше так не буду. Это оказывается мне. Нет,
Сашка. И Майнкрафт. А тут... Тут делать лизуны. Сейчас. Уже коробка. Лол, еще один! О, Бейблейды! Больше ничего. Такие необычные. Это Фарнеус. А это кто? Друзья, вы знаете, что это за Бейблейд? Сейчас. Еще лол! Домик для лол! Еще один, по-моему! Ну, Маша, тебя Санта запалил лолами! Ого! Ого! Я тут... Ого! Целый сад! Это целый лагерь! А ну-ка, у меня шоксоборка! Так! А ну-ка, класс! Я разукрашки. Конфетами. Класс. Ой, выпали. У меня разукрашка с конфетами и большой Дед Мороз. И самым лучшим подарком от Санты объявляется...